Вечер открытий на РЕН-ТВ. Могут ли инопланетные пришельцы оккупировать Землю? Есть цели, направленные на то, чтобы попользоваться нами. Действительно ли человек произошел от обезьяны? Существует сюжет о том, что предки людей имели змеиную природу. Кому древние посылали зашифрованные сигналы? И когда состоится второе пришествие богов? Секретные территории. НЛО. Второе пришествие. В пятницу в 22:00 на РЕН-ТВ.